В Орске завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего арчанина, который, по версии следствия, убил и расчленил свою знакомую. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». 19 октября ночью в одной из квартир по улице Шалина мужчина нанес женщине множественные удары молотком по различным частям тела, в том числе и по голове, от которых она скончалась. После этого обвиняемый сначала скрывал тело в квартире, а после расчленил его, разложил по пакетам и выбросил. Все фрагменты были обнаружены только 1 ноября. Мужчину задержали в тот же день и отправили в СИЗО.